Этим военным тоже не страшен холод арктических морей. Боевые пловцы Северного флота провели учения. Напомним, такие подразделения занимаются противодиверсионной работой. Во время тренировки специалисты отрабатывали навыки по охране пункта базирования крупных надводных кораблей. Отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота перед началом учений делится на плохих и хороших. Одним необходимо выполнять и отрабатывать привычные задачи, а другая группа играет роль подрывников. На первом этапе учения военнослужащие предотвратили прорыв условных диверсантов к кораблям, стоящим у причалов. По легенде, злоумышленники хотели их заминировать. Лодка-нарушитель и весь экипаж были захвачены и обезврежены. На буксир! На втором этапе подводные диверсанты были уничтожены как на акватории, так и на побережье. Далее был проведен противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей. Сорваны и уничтожены условные мины. Функционал наш повышается благодаря тому оборудованию, которое сейчас поступает от Министерства обороны. Водолазы способны выполнять задачи под водой. Также в данном снаряжении могут эти же задачи выполнять на суше, не снимая своего снаряжения. Подготовка занимает... Действительно, на самом деле, большое время. Для того, чтобы подготовить одного водолаза, на это уходит более 2 месяцев. В ходе тренировок использовались средства имитации взрывов и холостые патроны. Боевые пловцы стреляли из специального оружия – автоматов АПС. Кстати, подразделение было сформировано полгода назад. Оно оснащено современными средствами связи, оружием, военной и специальной техникой.